На тебе, на, не бойся, на. Не бойся, бабка, кушать, на. На, быстрей, пока бабка ест. Быстрей, да не лови ты мух, на, быстрей, пока бабка занят, на. Идем, вот она, на, вкусная. На, вот она. Чего боишься? На, на, кушай, не бойся. На, иди сюда, на, бабка, на. Ты бабка уж, о, ой, смотри, как он быстро понял, что там вкусняшки. Ох, смотри, как они смузи все любят. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, на тебе. Ох, как он вкусный. Смотри, смузи. Вот что им надо приносить, ребятки. Смузи они хотят. Ай! Передерутся они сейчас. Ай-яй-яй. Передерутся. Он маленький, вот этому дайте. Он самый худенький. Есть у тебя еще? Худенький, дайте ему. Несчастному. На. Несчастненький. Ой, какой несчастный. Трудное детство, да. А смотри, он не ест все это самое. Прячет. За воротник. За воротник у него он лежат. Ой, ты какой. Че? Не фотогигиеничный, что ли, прячешься, а? Че, поля? О-хо-хо. Он там что-то еду нашел, все утащил, смотри. Еду нашел в коробке, утащил, смотри. Обалдеть. Покидал, смотри, все. Вот это да. Ха, курицу нашел, вытащил все. Кто же это так все оставил? Туристы, наверное. Да, туристы, если приезжаете, смотрите, не оставляйте. Смотри, что он понатворил. Он все понапроскидал, тут еда была, вон, специи. И прочее, прочее. Ой, молодец, ой, молодец, попрошайничает. Ой, как попрошайничает. Ой-ой-ой. Красавица. Красавица. Папа, давай, прыгай сюда, прыгай, давай. Прыгай сюда, вот, смузи тебе будешь, смузи, вот, кушай. Пить будешь? Ой-ой. Вкусно, смотри, да? Смузи любит он? Смузи. Банана. Банана. Вкусно? Вкусно банана. Ай-яй-яй. Что, не можешь открыть? О, смотри. Все он может. Все захочет. Пьет. Смузи. Мадрил идет. Какие у него кокушки до пола. Ой, пойдемте. Пошлите. Мы потом придем, вам принесем. Да? А то сейчас они у нас все подберут. Ой, какой красавчик. Всем доброе утро. Мы находимся в Паттайе, отель Пиада, и показываю я быстренько завтрачек, который тут можно организовать, который нам организовали. Начнем сначала. Справа налево. Арбузики, фрукты, овощи, салатики, помидорчики, сосиски, яички жареные в достаточном количестве. Рис свеженький, лапша, овощи жареные, да супчик, и тостер можете сделать, кофе, пожалуйста, чай, молочко, тут сахар, молоко сухое даже есть, джем, масло, тут два. Водичка холодная, посмотрите, какой да. Сок, стаканчики, кружечки. Опа, тостер выпрыгнул. Ну, вот так, как-то. Завтрачек в хорошем объеме. Можете кушать, наслаждаться. И все это удовольствие стоит 145 бат на человек. Все, пойдем кушать. Приятного утра. Нахожусь в холле отеля Пиада. Сегодня мы едем на военный пляж. Обещают там хорошее чистое море.
Ну, погоду, я думаю, тоже. Не обещают, обещали, что будет 35. Ну, посмотрим. Самое главное, что было солнце. То бывает 35, и все равно туман в дымке. Ну, вот так выглядит холл отеля. Ресепшн. Тут, пожалуйста, вы можете взять эти вот сейфы отдельно. Excuse me, how much safe? Okay. Deposit. Deposit. 3000. Okay. Okay. Ну что, дорого? 3000 депозит, она говорит. Ну это потом отдают. Ну цены в данный момент какие? Мы, я брал через Booking. Через Booking можно брать от где-то от 700. Но у меня Genius статус. Можно брать от 700. Но если вы берете, это без завтрака. Самое главное, я считаю, тут наличие завтрака, потому что вы можете в отеле взять, смотря сколько у вас человек, но вот нам сказали, что мы сейчас, нас сейчас трое, у нас будет обходиться 1200 вместе с завтраком. Ну завтрак только один стоит, на троих 345, по 145 на человека. Или вы можете взять номер на двоих, он вам обойдется 800 бат. 800 бат это включая завтрак. Считайте завтрак, ну, почти 300 бат. Итого номер получится 500 бат. Это очень дешево. Гостиница отличная тут. Самое главное, она охраняемая. Тут охрана есть. Вон, посмотрите, камера во всех углах. Вон камера, видите, на дальнем плане. В каждом коридоре камеры, все охраняется, все под контролем, и чистые комнаты, их убирают очень хорошо. На этом тоже можно ставить акцент. Когда вы приходите с пляжа, и классно, так все чисто, обалдеть. Свежие, они еще используют специальные моющие средства для запаха. Ну, неплохо. Единственный недостаток, я считаю, что вообще по всей Паттайе, как я понял, нет русских каналов. В других местах везде есть русские. А вот в Паттайе только один канал русский, который местные они ведут. Ну, там в основном такое, фильмы показывают. Но с другой стороны, отдохните от этих ваших политических программ. Это нереально просто. Пичкают людей. Нужно приезжать в отпуск, отключать. Вообще, я бы все отключал. Ну, естественно, интернет, конечно, нельзя отключать. Кстати, интернет тут очень хороший. Очень быстрый. На каждом этаже стоит по три, по четыре транслятора, которые усилители. Усиливают сигнал. Вообще, хороший интернет, не могу пожаловаться. Ну вот так, ждем. Сейчас подъедет автобус за нами. Вот так на улице. На улице уже печет, жарко. А мы ждем. Оставайтесь с нами. Военный пляж, да? Да. Мани, мани. 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 Сколько? 900, да? Да, 900. Мани сразу вам. Чё? 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 Прекрасно сели мы в автомобиль, который нам предоставила туристическая фирма. И едем теперь по направлению к желанному пляжу. Пляж называется Saikaev Beach. Мы много читали, много слышали о том, что он населен обезьянами. Нас это, конечно, очень задело, и мы обязательно хотели туда поехать. И вот мы по дороге. Смотрите, автовокзал. Да-да. Вот здесь в Паттайе автовокзал, с которого отходят автобусы Бангкок. Бангкок аэропорт. Да, вот это с ночным рынком. Улица Депозит. Там Night Market знаменитый. Я хотел просто прокомментировать, не хотел вырезать эти кадры, в которых мы едем в мини-ване, в автобусе,
потому что посмотрите, какие сюжеты, какое чистое небо выдалось, солнечный день, просто настолько подняло это все настроение, и мы тут едем на этот пляж, это незабываемое что-то. А улицы были настолько тихие в этот день, не было движения практически, просто изумительно, для Таиланда это вообще не свойственно. Там такой трафик в городе, полно машин, все ездят, конечно, хаотично, кто как хочет, особенно эти сумасшедшие мотоциклисты. И будьте осторожны, если вы будете ехать на байке, например, да, или даже возьмете в аренду автомобиль. Очень много туристов, которые не имеют понятия, как ездить при левостороннем движении, и у многих нет прав, многие еще под алкоголем, еще под чем-то, будьте осторожны. Это мой вам совет. А мы едем дальше. Если вы посмотрите налево и направо, очень много новостроек. Строят отели, строят кондо. Строительство развернулось полным темпом. Большой спрос сейчас, особенно на кондо. Это одноместный номер с ванной или с душем, с туалетом. Много инвестируют китайцы. Подметают просто все и дальше сдают в аренду. Посмотрите, везде пальмы, улицы чистые. Мы едем в климатизированном автобусе, а на улице порядка 33 градусов, очень жарко. Недолго мы ехали, порядка 45 минут, около часа заняло это все движение. Ну, дорога прошла, в принципе, незаметно. В отдыхе и наслаждении. И вот мы заезжаем, вот такая характерная арка. Пляж называется, как я вам сказал, Сайкаев Бич. Вот нас встречают здесь, везде патрули, везде стоят у них ограждения. Вот он заехал, водитель остановился, вышел, отметился, получил какую-то бумагу, и мы поехали дальше. Автобус был полный забит, не было мест. Но мы хотя зарезервировали всего за один день. До этого я позвонил в турбюро, и были места. Поездка на человека стоила 300 бат. В эти 300 бат включается также плата за пляж, за проезд. Вот смотрите, это бывшая военная база Америки. Они ушли отсюда, американцы, уже давно, и оставили ее, конечно, таиландцам. Таиландцы народ такой коммерческий. Они поняли, что все то, что пользуется спросом, можно продать, и с удовольствием пускают туда туристов за определенную плату. Проезд платный, вход платный. Ну, у нас все входило, как говорится, в стоимость билета. Видите, смотрите, тикет, турникет такой, а водитель остановился, купил билеты на всю группу и поехал дальше. Я хотел ваше обратить внимание, вот впереди. Впереди, если вы видите, вот находится остров. Сейчас вы увидите этот остров называется Коклеткаео или Колинг Манки Исланд. Вот на этом острове действительно очень много обезьян. Они там живут. Вот посмотрите картинку, их там большое множество, приезжает много туристов. Обезьяны ручные, но все равно будьте с ними осторожны, не ведите себя агрессивно, они могут укусить. Вот посмотрите, это этот остров. С правой стороны там есть пирс, оттуда отходят лодки. Можно, в принципе, вот посмотрите, сколько там обезьян. Вы можете посмотреть на погуглить или в Яндексе, там есть очень интересные видео, где люди приезжают, обезьяны на них нападают. Ну как нападают? Берут с рук еду, залазят им на руки, на голову. Очень интересное видео, я рекомендую вам посмотреть. Вот билетики он отдает за нас всех. И проезжает дальше. Вот мы как едем сейчас чуть-чуть на гору, переезжаем через небольшой перевальчик такой. Можно сверху увидеть море, красивые пейзажи. А растительность чем-то, даже вот деревья лиственные, похожи на наши российские, такие какой-то кустарник лиственный. Вот видите, с правой стороны моря, мы сейчас как на горе находимся, сейчас спускаемся. Но я благодарю всех за просмотры,
Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, буду очень признателен. С удовольствием буду показывать вам дальнейшие какие-то новые места. Хотя сейчас уже показали в интернете все, что можно и не можно. Осталось просто, наверное, какой-то шарман, обаяние определенных блогеров, кто-то что-то от себя от души рассказывает. Но я попытаюсь что-то вам показать, рассказать. Возможно, вам понравится. Не переключайтесь, смотрите дальше. Поехали! Манки. 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 Обезьяну лазит он. Четыре ноль ноль. Беля, вон тебя друзья твои встречают, вон. Вон они, мартышки. Четыре ноль ноль, хорошо. Хорошо, спасибо. Пойдем к ним сходим. А у тебя есть кушать что-нибудь? А что ты приехал? Приехали мы на военный пляж. Он называется Монсай Каев Бич. Сай Каев Бич. Вы видели, сколько тут кордонов милитер военных мы проехали, чтобы сюда попасть? Везде кругом солдаты. Не знаю, как сюда можно попасть по-другому. Обезьяны! Нашли печеньку какую. Вчера столько печенья было, а обезьян не было. А сегодня много обезьян и нет печенья. Вот, идем мы сейчас. Ворона, все отдаешь. Ну, надо было вытащить. Ну. Да? Ага. Ну. На дереве стоит? Не знаю, я не вижу. На дереве нет. Вот тут она по машине лазила только что. Вон они. Смотрите осторожно, они могут отобрать все. Особенно телефоны они любят. Выглядывает из-за угла. Эй, обезьянка, смотри, Беля, осторожно. Беля, осторожно. Она кушать хочет. Она не съест? Нет. Ой, молодец, попрошайничает. Ой-ой-ой, красавица. Надо пойти им купить печенье. Что ты все отдала, а? А что ты вчера все отдала? Ой, еще идет гамадрил идет. Какие у него кокушки до пола. Ой, пойдемте. Пошлите. Мы потом придем, вам принесем. Да? А то сейчас они у нас все подберут. Ой, какой красавчик. Ух ты какой. Ну просто сумку сейчас отберет, если ты шуршать будешь. Иди, иди у меня. Иди ты у меня, вытащи печеньку. Он на плече будет, на, не бойся. Что нельзя кормить? Штраф. Пошли, ну пока никто не видит, пойдем. Ну зачем ты так даешь? Надо в руки. Боюсь его. Ну не давай тогда, ну. Он же тебя не кусает. Так, ну, друзья, покормили обезьян, пойдем на пляж, позагораем, будем совмещать интересное с приятным, и купаться, и загорать, и показывать вам мартышек. Вон, смотрите, у них храм какой-то, молятся здесь они. Вот такая территория здесь. Ну, наши девочки не успокоятся, им надо всех обезьян накормить.
Ой, какой. Они не это, да, не укусят, ничего? Ну, пока нет. А что вы им даете? А печеньки даете? Маленькие. А, печеньки? Они любят. Они просто банан мы им дали, они аж прям это... Они все едят, не голодные. Смотри, смотри. Ничего себе! Так что, друзья, приезжайте, получайте удовольствие. Обезьяны не дикие. Их, походу, уже приучили тут. А мы кормим их печеньками, печенюшками всякими. Пачек. Я слышу тебя, слышу. Ну, где я куплю? У меня нету магазина с собой. Надо купить, надо найти магазин, купим. Ну, мы вообще-то сюда приехали посмотреть, покупаться. Или кормить обезьян будем сегодня целый день. Они везде. Надо сфоткать нас. Вот, приехали мы на пляж. Народу тут не так уж много. Сегодня очень тихая погода, нету волн. Сайкая бич. Вот посмотрите, какая тут ладья из кирпичей построена. Пушка, наверное, стояла куда-то. О, какой классный пляж. Чистый песочек, мелкий песок очень. Вот тут он коричневый, а там дальше белый начинается. Слушай, тут везде деревья, мы не позагораем. Пойдем вон туда, где солнце хотя бы. Солнце спрятано за деревьями. Песочек-то белый, но где солнце? Мы без солнца никуда. Нам надо солнышко. Вот такой пляж. Справа туда идем. Налево. Он, в принципе, небольшой. Знаете, если кто не любит сильно солнце, вот как раз он для таких. Потому что много деревьев и все в тени. Вот мы нашли такую дырку тут, где сам этот шильд или знак Saikaev Beach. Вот тут немножко просвечивается солнце, а так везде тенечек, посмотрите. Ну, может, после обеда изменится ситуация. Вот сейчас зайдем в водичку. Посмотрите, водичка чистая. Очень чистая. Прозрачная. Классная вода. Ой, обалдеть. Ну, так не сильно глубоко, посмотрите. Ну, пологий, пляж не резкий. Пологое дно. Смотрите, окунаюсь. Вытягивает мне вода, маску надо одевать. Ну вот так вот, все хорошо, все пучком. Приезжайте, купайтесь, отдыхайте, загорайте. Желаю вам, чтобы у вас все получилось. Кормите обезьян, наслаждайтесь их обществом. В натуральной природе такое редко можно видеть. Чтобы они такие ручные были, не дикие, брали так спокойно. Как будто надрессированные в цирке. Обычно животные все равно боятся как-то. Пугливо, зубы показывают, оскалы показывают обезьянки. А эти нормально все ведут. Такие даже нежные, аккуратно все делают. Нырнем. Выталкивает море. Ну все, выходим.
купаться. Где ногу? Ну, солененьким почти. Водичка солененькая. Лечит ранки, если у вас есть. Вот я побрился, чувствуется так. Пощипывает. Плюс нос сгорел. Нос тоже чувствуется, пощипывает. Ну, ступайте нормально, они уже там. Сейчас там этот самый. Сейчас я позвоню, что я не могу. Ступаемся, пойдем. Скажи народу, как тебе отдыхается? Отстань, папа. Какая у тебя спина, ужас, вся облезлая. Уже три раза и снова пошла пузырями. Обалдеть. Вот, а тут вообще пятно, жесть. Жесть. Ну, что? Нравится тебе тут? Нравится тебе тут? Ну, макаки нравятся, да, так скучно. Скучно? Ну, как и везде, скучно. И макак тут хватает, он всякий. Ничего себе. Водитель специально сделал фотографию нашу общую, что тут, наверное, какой-то особый режим, чтобы потом нас всех, когда собирать, если кто-то пропадет, чтобы у него было его лицо, фотография. Ну, как я понял, мы находимся на территории какой-то военной базы. Это как военная часть, просто в этой военной части есть очень хороший пляж, который пользуется популярностью у населения. Люди охотно приезжают, платят деньги, никуда не денешься. Бизнес – это все. Деньги руководят всем. А вот, пожалуйста, где в аренду сдаются штуки. Сколько они стоят? Давайте посмотрим, сколько стоит залог 100 бат. Аренда 20 и залог 100 получается. Вот так можете взять маты, вот, пожалуйста, в аренду. Ну так, тут уже идет не пешеходная зона. Пойдем дальше. Тут можете тоже жить. А, и тут на веслах кто вот. Вот, пожалуйста, смотрите, аренда. 30 минут, 1500 бат. Вот на банане. 1 час, 1200 бат. Нифига, тут за час умрешь на нем. Айнхаус 100 бат. Вон, взять эти каноэ и кататься за 100 бат. Тут можно все побережье веслами обкатать. Вон там видно туалет. Туалет, домики вон в аренду сдают. Кафешка какая-то тут. Можно тут, наверное, кофе попить. Вот, пожалуйста, кофе. Ну и пиво, наверное, естественно. О, какие домики интересные, посмотрите. Можете здесь остаться, переночевать. Ну, там, наверное, удобств минимум. Хотя, не знаю, не буду говорить. Вон висит замок. Значит, никого нет. И там висит замок. Значит, тут никого нет. Ну, как вам, ребятки, мое видео? Расскажите, подскажите, что вам поснимать. Может быть, озвучку другую делать. Может, звук плохой. Ну, звук, да, действительно, бывает, чувствуется, что иногда ветер шумит в этой камере. Снимаю на Sony. Вот этот домик открытый. Ну, там, наверное, делают уборку. Вот, посмотрите. Тут джетски стоят. И бот стоит. Вон там еще один бот. Тоже можете как такси его использовать. Но не вижу, где магазин. Excuse me. Excuse me.
Hello. How much this room? 1,200 baht. 1,000. Uh-huh. One night. Okay, thank you. No clima. Клима, кондиционер, клима, климандага, как же она по-английски? P9. Air condition, no air con, вентилятор, yes, окей. Okay. Кондиционера нет, вентилятор. Туалеты here, души. Окей, туалет и душ есть. Ну, раз вентилятор есть, то уже есть электричество. Так что за штуку бат можете снять. Кому-то, может, интересно здесь остановиться. Почему нет? Тут, я думаю, что после 4 весь пляж будет для вас. Все уедут, будет тихо. Будут Мальдивы после 4. Так что смотрите, почему нет. Интересно. Пойду сейчас по направлению... Ну, я думаю, вот это вот северное направление. Сзади меня сейчас я показывал южное направление, сейчас направление северное. Так легче ориентироваться, иначе если я буду говорить лево-право, то смотря по каким ориентирам и куда вы смотрите, можно не понять. А так просто. Север-юг, запад-восток. Вот запад получается вон там. Вот лежаки, стулья. Все, что хотите, можно взять. Да, посмотрите, портрет короля они уже поменяли. Очень оперативно все делается. По-моему, в каждой стране одинаково. Чиновники очень блюдят за такими. Это не мелочи, это очень важная вещь для них. Это ихняя кормушка. Вот какой-то магазинчик, но он какой-то что-то. Моряцкий. Я вижу уже, что больших размеров нет. Hello? Do you have big sides? No. No. Size big XL. XL. Yes. 3XL. No. Okay, thank you. Видите, моего размера нет. Футболку не могу найти. Обалдеть. Ехал с учетом того, не взял даже с дома ничего. Думал, сейчас тут возьму. Что-то таскаться в этом чемодане. Свеженькие футболочки, думал, возьму. Нету ни хрена. XL самая большая. Мне надо хотя бы 2XL, ну вообще 3XL или 4XL. Вот тут можете купить, что хотите. Естественно, эту цену уже повыше. Hello. Hello. Вот цены какие, смотрите, почитайте потом. Ну тут, правда, на их непонятно. Но на картинках можно понять. Вот видите, картинки. Курочка 120 бат. Креветки 250 бат. Не знаю, думаю, видно картинки вам. Но мне водичку бы взять. Водички нету, что-то. Пойдем искать водичку. Вот местные кушают сразу. Тут сиденья есть. Можете купить, сразу покушать. О, люди, редко вообще такое. Смотрите, тут даже массаж есть. Редко где сейчас вижу массаж на пляже. Пожалуйста, массаж. 300 бат. Час 300 бат. Но это нормально, я считаю. На пляже удаленном еще массаж есть. Ну, посмотрите, прикольно. Стульчик, можете вот тут сесть и сфотографироваться. Будет прекрасная фотография. Вот еще один момент, посмотрите. Тоже молодцы. Рассортированный мусор. Цивилизованная страна. Все можно кидать. Не на пляж под ноги. Поставили мусорки. Уже молодцы. Или год тюрьмы. Уже молодцы. Вот второй туалет из знака. Туда куда-то идет.
Вот, пожалуйста, смокинг, там курить. Молодцы. Цивилизованная страна. Тут можете покушать. Но магазина, смотрю, нет особо. Опаля! Ту-ду-ду-ду! А что ты уже без меня накупила для обезьян? Ну, одну мать. Воду взяла? 40 стоит чипсы. А вода сколько стоит? 15. А... Вода? 15. О, хорошо, молодец. Пойду посмотрю, что тут есть. Покажу вам ценник, раз тут есть вода, уже хорошо. Это уже какой-то... Алло! Алло! А, good! Water? Water, water. 15. 1, 2. My daughter. Кто-то? F. Сын. Камрад. Ой-ой-ой. Вот, посмотрите цены. Водичку возьмем. 15 вода, кола 40. Что это какая-то? Вот с газами вода 15. Пиво. Пиво, Лео. А где пиво? Да, коктейль, пина и майтай. Пина, коктейль. О, 55, 50. Лео. Кафешка, меню ням-ням. Вот пиво 50-80, большое 80 чанг, Хайнекен 90. I want big chunk. One. Хорошее пиво, чан. 80 бат стоит. Thank you. Ну что, пиво взяли. Будем жажду утолять. Все прекрасно. Солнце. Есть... А вот где есть солнце. Посмотрите, вот на этой стороне. Может, придется туда же перейти. Как без солнца? У нас тоже солнце есть. У нас тоже есть. Осторожно, ступеньки, смотрите, тут. Вот так. Вот, посмотрите, какое прекрасное место для фотографирования. О, настоящий полковник. Чиз. Настоящий араб, я бы сказала. Иди сюда. Не, у арабов по-другому повязано на голове, а это вот капитан дальнего плавания. Да у него не соответствует как-то, надо как-то. О, дочь моя идет. Ей, наверное, хочется мартышек покормить. 100% она сейчас мне скажет, пойдем покормим мартышек. Магазина тут нет. Тут только или то кафе, или то. А что ты хочешь? Ну что, ну обезьянку купить. Ну, а в другом нету? Да. Я купила чипсы, а печеньки надо. А, ну, нету, наверное. Ну, походи, все, ножки у тебя есть. Походи осторожно только. Да, ребятки, я ошибся. Ну, в принципе, тема была про обезьян. Просто она хочет их покормить, а нечем. Она чипсы купила, но она хочет, естественно. Вы не представляете, вчера сколько она купила. Пол магазина скупила, а мартышек там не было. Ну, были, ну, блин, на горе там. И столько народу за ними охотились, эти бедные мартышки прятались, тяжело их было кормить. Вот посмотрите, какие они милые. Кушают, сами из рук берут. Удовольствие. Экшен, экшен. Привет, ребятки. Ну вот время приблизилось к полудню. Перевалило за полудень. Уже где-то время около часа. А у нас наемный пляж. Чистое море. Посмотрите, море чистейшее. Ну, конечно, тут пляж
расположен далеко от промышленных городов. И даже вот техническое просто дождевое сливание грязных сточных вод, даже не сточных, а просто если хороший дождь и затапливает дороги, все идет в море. Естественно, море от этого страдает, море грязнее. Но тут море чистое. Море хорошее, приятное море. Солнце выглянуло. Не выглянуло, а вышло солнце после обеда. До обеда были больше тучи. И посмотрите, какой песок. И посмотрите, какой здесь песок. Посмотрите, песочек. Песок. Белый практически песок. Чистый. Ну, тут чуть сырой. Дальше это по суше он будет. Тут тоже немножко мокрый. Может, ночью были волны. Ну, мокрый песок. Но с одной стороны хорошо, он не так жарко по нему ходить. Вот он белый. Рекомендую этот пляж. Он называется Милитер Бич или военный пляж. Приезжайте.